Всем привет! Под моим прошлым видео собралось несколько комментариев. Я хотел бы на них ответить. Погнали! Что ж, первый вопрос. Как ты монтируешь? Его спрашивали очень-очень-очень много людей. Ну что ж, монтирую я и прорабатываю в программе Sony Vegas Movie HD Platinum. Потому что эта программа также работает, как и Adobe Premiere Pro. Снимаю видео я программой Bandicam или через какую-нибудь камеру. А нахожу игры я через программу. Ой, точнее, не через программу, а через браузер. Просто пишу флеш-игры. Смешные флеш-игры. Ну или просто беру что-нибудь, что есть на моем компьютере. Что ж, а следующий вопрос. Погнали! Где купить резинового тебя? Нигде. Пока что, а пока ты можешь записать адрес. Точнее, станица Тимиргоевская, улица Ленина, 93. Там тебе сошьют лучшую куклу. Резиновую куклу. Меня! А мы переходим к следующему вопросу. Это, сними видео, как ты проводишь время с друзьями. Надеюсь, мои друзья не будут против. Что ж, погнали! Бау! Привет, друг! Хватит уже смеяться! Что ж, на этом вопрос заканчивается. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте подписываться. И что ж, всем удачи, всем пока-пока. В прошлых ответах на вопросы я сказал, что я иллюминат. Это так. И я вам докажу это. Damn, son.